Феодосия, красавица, моя девочка, скажи всем добрый день из домашнего питомника Костропула. Это наша красавица Феодосия, которая сидит отдельно от всех наших гуляющих собачек. Вот они. Сейчас мы от всех вам передадим привет. А у Феодосии течка, поэтому она сидит отдельно. Итак, всем добрый-добрый день, 20 августа 2022 года. И мы с нашими чихуашечками, с нашей Сабиной, немецкой овчаркой, Мальтезой Анджелой, Спанелькой Чикусей, Чикусей, старушечка, Чика, Чикочка, иди сюда, покажи. Передаем вам всем большой привет с пожеланиями доброго дня, прекрасного выходного дня, прекрасного настроения. И кому интересно, оставайтесь с нами. Я расскажу вам новости нашего питомника. Как всегда, они у нас есть. Итак, все прекрасно знаете, кто подписан на наш канал, что от нас вчера уехал Лёмушка. Лёмушка поехал жить в город Орёл. И как только владельцы мне отпишутся, когда они его заберут, я сразу же вам сообщу. Лёмушка будет жить в городе Орёл с владельцем Вадимом. Вот, пожелаем ему счастливой и долгой жизни. Пусть мальчик вас радует. Наш воспитанный красавец. Пусть приносит вам только радость и удовольствие. А, так, с нами гуляют все наши мамочки. Это мамочка семерых деток наших малышей, которым 24-го исполнится уже один месяц. Через 4 дня, да, 31 день календарный. Вот. Это Лаванда, это крошка Кахинур, передает привет своим владельцам, девочка продана, чемоданчик собран, и уже через неделю девочка поедет в новый дом, далекий-далекий Красноярский край. Вот такие вот путешественники наши чихуашки. Наши чихуашки живут в разных точках мира. И как я говорю, что нет ничего невозможного, было бы желание. Ну и, конечно, финансовая возможность. Без этого никак в нашем мире. Итак, от нас вчера уехал Лёмушка, но к нам приехал новый житель. Это алиментный мальчик. Вот такой вот красавчик. Обратите внимание, какой он прикольный. Это сынок нашего Елисея. Вот такое чудо. Светло-рыжего окраса. Мальчика зовут Мустанг. Кличка по документам. Будет у нас Мусик. Вот такой красавчик. Это мальчик, еще раз скажу, Елисея, сыночек. Переехал к нам вчера, ему 2,5 месяца. Он успешно прошел актировку клуба. Имеет татушечку в паху, уже освоился. Очень такой активный мальчишка. И по документам его зовут Шустрый Мустанг. Вот такой Мусик, который никого и ничего не боится. Это наш Ален Делон. Видите, какие у нас мальчишки курносые. Ален Делон ярко-красного окраса, рыжего. А Мустанг чуть светлее, но это тоже рыжий. Такой с черным носом. Вот как наш рыжий-рыжий Филечка. Рыжий с черным носиком. И что самое интересное, что там у Жорика зачесалось, у нашего мальчика. У наших собачек блох и клещей нет совершенно. Но собаки иногда чешутся, перепрыгивают. Так, чтобы объяснять. Так вот, рыжий окрас на сегодняшний день без белого, без точечек, без краплений, да, там без каких-то ярких вставок. Достаточно редкий окрас. Давай посмотрим, что там же у нас. Да ничего. Всегда нужно посмотреть место собаки, где чешется. И если там нет никаких раздражений и прыщиков, то ничего страшного. Собачка просто почесалась. Мы тоже иногда просто так чешемся. Итак, поэтому в нашем питомнике прибавился мальчик. Вот этот вот Мустанг. Мусик. Мустанг. Вот такой вот некрупный, очень курносый, красивый мальчишечка. Будет искать самых лучших и ответственных владельцев. Документы, вакцинация. Все как у всех по возрасту, по графику. Поэтому, кому интересно, иди сюда. Он очень контактный. Мальчишка, он был один у мамы. Ну, остался один, скажем. Родилось их четверо, но мальчишечка выжил только один. Поэтому он родился, скажем так, с рождения. Он у мамочки один. Мамочка его кормила, воспитывала одного. И вот что меня больше всего удивило, что этот Мустанг, что говорит о крепкой психике собаки, да,
ой, ты бы зимой, он совершенно классно просто вошел в стаю, со всеми подружился, порычал сначала, он не понял, откуда столько много собачек, но в то же время быстренько-быстренько обнюхался, и уже и кушал, и бегал, и прыгал, очень контактный, очень направлен на человека, потому что, конечно же, с ним очень много общались владельцы мамочки бусинки. Вот этот малыш теперь в поисках самых лучших и ответственных владельцев. Жить он будет у нас, искать владельца будет из нашего питомника, будет социализироваться, как все наши детки. Он, кстати, уже приучен к пеленке, спасибо заводчику. То есть малыш сразу сходил на пеленку, покушал. Ну, вот в этом проблем нет. А также малыш тоже выращивается на мяске с овощами, как и все наши собаки. И у заводчика точно так же кушал. И козье молочко пил. В общем, малыш здоровенький, красивенький. Вот такой мустанг Елисеевич. Шустрый мустанг по документам. Теперь будет искать своих владельцев. Малыш, ну, мелкий стандарт. Не крупный, не совершенно не крупный, скажем. Вот. Сабинушка тоже познакомилась с новым жителем нашего питомника. Так, а это у нас как раз, пока я снимаю, покажу нашего Ален Делона, который продается. Тоже я его уже показывала вам. Это внук Елисея. Вот такой курносик и чекуся пришла. Внук Елисея, сын нашего Роликса. В мамаши пришли. Артюнечка, моя мамунечка. Энюшка, поцеловать Сабину. Ну и, конечно же, поцелунчик. Братик твой уехал, да? Красавчик наш Купидон, ласковый ребенок. И ты ласковый ребенок, и ты. И, конечно же, Архонтик, на которого пока действует скидка. Поэтому поторопитесь, ребята. Кому интересен мальчик, он на данный момент продается за 50 тысяч. Старая цена 100, все прекрасно знают. Малыш полностью привичипирован иностранной вакциной. Готов к переезду в любую точку мира. Архонтик полностью выращен, выкормлен, воспитан, социализирован. Вот оно, мое чудо, красивое. Кто там балуется? Это Анфисочка наша, взрослая, Юляша, мамаша, Радуся. Ой, большое спасибо всем нашим владельцам, наших выпускников, которые присылают такие чудесные видео и фото. Вот Радушкиными вчера детьми делились, как на отдыхе отдыхают. И Мажорика детки, да, пометик у нас там. Или он Челентана, Мадера, Антарктида, Жанетка и хочу быстро сказать, не могу вспомнить. Шоколадная короткошерстная Арнелочка. Видите, как я помню? Вот так я помню. Это дети нашего Мажора и Радужки, которые уже выросли и радуют своих владельцев. А владельцы радуют меня, заводчика Костропула, тем, что вы довольны нашими детками. Это наш Космос. Ой, что у нас сегодня было с Анжелой? Все получилось так, что Анжелочку я забрала, это алиментная девочка, и мне сказали, подъедете в клуб, заберете документы. Ну что же вы думаете, мы поехали. Вот, оказывается, Анжели еще не поставили клеймо, и сегодня 3,5-месячному щенку ставили клеймо. Да, скажи, им это был стресс. Клеймо на самом деле ставится абсолютно безболезненно, но есть один момент. Собака очень не любит лежать на спине, когда ее, да, зажимают, и вот это клеймо ставят татуировочным аппаратиком, самым настоящим, как людям. Это не больно, кожица оттягивается, это не больно совершенно, но очень страшно. И, конечно же, мы всегда по возрасту ставим клеймо. В 2 месяца, как положено, кинологическая организация. Но Анжели клеймо не поставили, потому что она там переезжала от мамы к папе. Вот. И, в общем, мы сегодня эту процедуру прошли. Анжела в шоке, но не в долгом. Вот она бегает, прыгает, моя умница, вытерпела, мордаха грязная. Вчера у нас был такой ливень в Симферополе. Трудно вам передать словами. Мы тут чуть ли не уплыли, но мы находимся наверху, поэтому вся вода, конечно же, ушла. Но у нас был сумасшедший просто ливень. Какая была грязная Анжела. Так, это наша красулечка
девочка Камелия, да, которая тоже в поисках папочек и мамочек, которая тоже очень любит валяться вот так на спине. Ничего в этом странного нет. Скажи, мы вообще-то мокрые тут все. И вот тут вот ямку раскопали, потому что под камнями все равно грязно. Давай бегай. Камелия в поисках папочек и мамочек. Девочка продается. Первая прививка стоит, документы есть, клеймо, все как положено. Сможет переехать в новый дом только после полной вакцинации и чипирования, и пройденного карантина. Ой, а этой же красавице через 8 дней будет 5 месяцев, и это уже взрослая на вид собака, но очень маленькая. Это Кохинур. Мамочки с папочкой, привет! Это Констанция, наша красавица, стандартная красавица, которая, смотрите, как меняет цвет. И уже у нее наконец-то пошла шерстка. Девочки 4,5 месяца. Смена зубов полным ходом, ушки падают, встают. Стандартная красавица продается. По всем вопросам обращайтесь плюс 7978-745-8062. По каждому щенку у меня есть отдельные видео. Спрашивайте их, кто не может найти. Я сброшу вайбер, ватсап, телеграм. Отвечаю всем. Не отвечаю, пожалуйста, на вопросы детям. Детки, все мои любимые ребята. Я знаю, что среди моих подписчиков много детей. Я очень рада, что вам нравится мой канал. Смотрите с удовольствием, любуйтесь. Ну, зайки мои, если вы хотите щеночка, я все прекрасно понимаю, то, конечно, эти важные вопросы взрослые я решаю только со взрослыми, потому что собака – это большая ответственность. И даже если вам молодая леди или молодой джентльмен, вы уже считаете взрослыми, вам там 8, 9, 10, 12, 14 лет, то в любом случае этот важный вопрос решается только с родителями и в финансовом плане, и в плане доставки, содержания, воспитания. Вы, конечно, можете участвовать, самую лучшую, первую, скажем так, занимать в этом роль главную, но только через взрослых родителей. Поэтому всем вам большой привет, спасибо вам за приятные слова, которые вы пишете мне, ставите лайки, спасибо большое. Вот, любуйтесь, мечтайте, мечты сбываются, 100% вам говорю, поэтому не стесняйтесь мечтать. Возможно, когда вы вырастете, вы заведете себе столько собачек, сколько вы хотите, как сделала это я. Хотя в детстве у меня всегда были собаки, но, конечно, не в таком количестве. Но тоже в какой-то период, я помню, мы жили без собаки, когда родителям некогда, а я хочу. Я постоянно кого-нибудь приносила с улицы, то чью-нибудь, то не чью-нибудь, то бездомную, то котика, то собачку. Так, наверное, все делают любители животных. В детстве делали и делают. Это нормально. Вот. Но это ответственность. И, конечно же, в первую очередь она ложится на взрослого. По особенно содержанию, питанию. Ну, воспитывать, конечно, ребенок сможет. Но главное, чтобы это желание не пропало, потому что очень многие где-то, когда заводят собаку, собачка пару раз накакает или дневничок сгрызет. Ну ладно, дневничок, а было у нас и паспорт. Вот, и тогда собачка становится ненужной или еще, не дай бог, битая. Вот, поэтому это все нужно учитывать. Маленький щенок, это маленький ребенок. И с маленького щенка нельзя требовать, как со взрослой собаки. Через это нужно пройти. Это для этого нужна любовь, терпение и желание. Это самое главное. А также большой привет передаю тем людям странным, которые смотрят наш канал и видят наших взрослых собак и без конца хотят их у нас купить. У меня хотели купить Сабину. Я понимаю, что это глупо даже об этом говорить. Чику не помню. Вот Сабину недавно, говорит, я куплю. Я говорю, ну зачем вам собака-то 7,5 лет? Купите себе щенка. У нас у Сабиночки щенков уже не будет. Ее деятельность в этом плане быстро закончилась, к тому же ей уже 7,5 лет, и она у нас вот такая вот охранница, любимица и воспитательница наших чихуашек. Вот, это Шакир, который продается, очень красивый мальчик. Да, какое-то чудо мне написали, что это не чистокровная порода. Почему сделали такой вывод, не знаю, но другой раз аж смешно. Вот, ну что ж, экспертов много диванных в нашем мире. Посмеемся, пойдем дальше. Конечно, им виднее, наверное, что Шакир у нас нечистопородный. Ой, боже ты мой. Дальше. Хотят постоянно купить наших кобелей, мажора, чемпиона нашего, которому
4 года. Елисею 3 в этом году. Елисея хотят купить. Хотят купить Филиппа, которому 8 лет. Ну, сегодня мне написали, вообще прикольно. Сегодня хотели купить Анжелу, нашу мальтийскую болонку, которую мы недавно купили. Вот, спросили, кастрирована ли она. Вот, и они хотели ее купить. На что я хочу еще раз ответить. Я, во-первых, продаю только тех щенков, которых я предлагаю. Это можно посмотреть в плейлистах в Ютубе, это можно посмотреть в наших видео. Потом я есть в контактах Екатерина Ковалева, Костропула, Симферополь. И в закрепленном посте сверху есть предложение по щенкам. Я их всегда обновляю. Если щенок продан, зарезервирован, я всегда снимаю его с продажи. И стоят только те, которые есть. Вот буду сейчас вот наснимала выставлять в резерв наших малышей, которые подрастают, вот, которые уже открыли глазки. У нас 14 щеночков подрастает. Поэтому вот вчера 8 я сняла с первых пометов, да, Артюши и Лаванды. Я сняла всех, но они уже открыты для резервирования. А Энечкины и Юлечкины чуть позже будут. Сейчас мы уже начинаем обработки, глистование, профилактику от кокцидов. То есть все по графику сначала мы делаем. Но в любом случае щеночков уже можно будет зарезервировать. Там у нас вот сейчас с деткам Юлианы. Сегодня 16 дней, они уже все открыли глазки, и мне кажется, что один щенок будет длинношерстный, там шикарные дети, ой, ох и ах, такие классные, всех бы себе оставила. Меня спрашивают, как вы с ними расстаетесь? Сложно расстаюсь, ребят, сложно расстаюсь, но, конечно же, я заранее, не то что сложно, я расстаюсь со своими собаками с удовольствием всегда, потому что с теми, с кем я расстаюсь, я уверена, кому едет моя собака. Поверьте. И чем дальше опыта набираюсь, тем лучше я выбираю владельцев для своих выпускников. То есть у меня нет такого, что я вот собаку отправляю в никуда, перекупщику или там непонятно куда. Ой, думаю, кто здесь гавкает? Сынок вышел с кофе. И, конечно же, вот такая вот у нас любовь. Ты всех знаешь? Да, всех знаешь? Да. Тебя я не знаю, тебя я имя забыл. Ай, да, Артур иногда говорит, я тебя не знаю. Ну, это когда щенки по именам путают. Жаночка, любовь. Все, пошли, пошли. Проводильщики. Кто тебя за ноги? Смотрите, Коха. Коха сзади щипает тебя за ноги. Коха. Эх ты хулиганка. Так вот, я ищу самых лучших и ответственных владельцев нашим выпускникам, но очень часто мне хочется там оставить ту или иную собаку себе. И, конечно, в этом смысле, как бы, когда я вижу, что такая прелесть, я сразу думаю, может оставить этого кобеля, может оставить эту девочку. Вот, ну, да, питомник не резиновый, в любом случае я их оставляю с целью улучшения поголовья, это должно быть понятно, что кого попало, с кем попало, мы не вяжем. Для того у нас есть выбор производителей и кобелей. Обратите внимание, не в каждом питомнике есть только кобелей, сколько у нас. В нашем питомнике на сегодняшний день 5 кобелей, которые производители, уже проверенные, у которых уже есть потомство. Все собаки наши посещают выставки, племосмотры, открыты для разведения. Кто-то закрыт, чемпионы многократно, это наша кошечка. Вот это дочь рыжего Филиппа, наша Кока. Вот, беременная наша куколка, в сентябре будет рожать, уже животик виден. Вот это вот Феодосия, моя куколочка, страдулечка, нельзя к нам, я видела, ты уже хвостик поворачиваешь, сиди. Нет, сейчас пока к нам выходить нельзя, мальчишки и так тут ждут. И 6-й кобелек у нас подрастает, это наш красавчик Купидон. Где его найти? Вот он наш Купидон, сейчас я покажу. Купи, Купидон, иди сюда. Купидон, иди ко мне, иди, 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 иди. Вот он, сыну радуется. Вот он, Купидон, носик, курносик. Будем укурнашивать некоторых наших собак. Каждый кобель несет ценность свою. Я как заводчик сама выбираю, смотрю, в чем мне где нужно улучшить, подкорректировать. Также девочки выбираются, конечно же, в наш питомник. И по размеру, и по характеристикам, по качеству. Те, которые мне интересны. Многие спрашивают, от чего зависит цена собак, от окраса, пола. Нет, ни от окраса, ни от пола не зависит. Естественно, вот этот окрас Мерль, это эксклюзивный окрас. В нашем питомнике он выведен с правильным подходом. Этот окрас
если начитаться в интернете, есть такие там, как я говорю, на первой странице прочитали, несет летальный ген при неправильном разведении. Но также летальный ген несут и многие другие вещи, не только окрас, смерль. Допустим, куцехвостость несет летальный ген. Голые собаки, которые, ну, куцехвостые собаки, которые рождаются, да, в породах, там, допустим, корги, например, и других породах. Потом, значит, летальные гены, их вообще очень много. Может быть, в любом окрасе, потом в любом типе шерсти, например, летальный ген есть в мексиканские голые, ксола порода, да, которые голенькие рождаются. Так вот, все, которые голые из них, они все с этим летальным геном. Нельзя вязать собак, у которых у двоих этот летальный ген. Но чтобы его выяснить, для этого нужно делать только генетические тесты, а не так методом тыка. Поэтому при подборе пары мы всегда обращаем внимание на все, что нам нужно, на экстерьер, конечно же. Ну и если это участвует окрас мерле, то, конечно же, обязательно пара должна быть другого окраса. Это обязательно. А также изучается родословная. Вот, потому что окрас и мерль передается либо напрямую, либо через светлые окрасы. Но кто учит генетику, кому интересно, тот может это все найти, почитать, изучить. Это очень интересно. И сразу в ответ тем, которые пишут мне под моими щенками в окрасе мерль, что я такая бессовестная, порчу породу и развожу генетически больных собак. Мои уважаемые отсталые от жизни люди, не унижайтесь и не позорьтесь, пожалуйста, под моими видео. Я всех направляю учить генетику. Когда вы хотя бы азы выучите, вы прекратите выглядеть так унизительно и в своей писульке прекратите писать. При каком вы мнении, это ваше личное право. Да, организация РКФ ЦИ запрещает разведение окраса мерль в своей организации, только в своей организации. Но она не запрещает этот окрас в других породах, да, такие как немецкий дог, шелти, коли, те же корги и тому подобное. Да, на сегодняшний день она не разрешает. Пока, ребят. То есть когда-то было время, до 2007 года, этот окрас в организации РКФ использовался, потом его запретили, пока еще не открыли, не разрешили, но всему свое время придет и сюда. Потому что на самом деле при правильном разведении, при правильном подборе пар, как это и в других породах, в тех же немецких догах, в тех же корги, шелти, конечно, ауси, подбирается пара другого окраса определенного, и все на том. Вот, конечно, для получения, для некоторые заводчики, которые, ну, трудно которых назвать заводчиками, а те, которые плодят животных только лишь бы там получить определенный тот же окрас в окрасе, допустим, мерль, если повязать двух мерлевых собак между собой, родятся только мерли, либо они родятся совсем, либо они родятся с патологиями. Какими патологиями может родиться щенок окраса мерль? Глухота, слепота. Это только при наложении двух больших М на две большие М. То есть могут родиться патологически больные щенки. Поэтому при правильном подборе пар это абсолютно нормальная здоровая собака. Абсолютно нормальная здоровая собака, которая такая же, как и все остальные. Она может быть даже здоровее в несколько раз, чем собака определенно классического окраса, опять же, при неправильном разведении, потому что при разведении мы смотрим не только на окрас, мы смотрим полностью на всю собаку, на ее экстерьер, на ее здоровый желудок, на ее здоровую психику, мы смотрим на все, ребята, не только на окрас. Ну и стоимость щенков зависит не от окраса, а зависит от породности собаки, от предпочтений, ну, моды, я не знаю, как сказать правильно. Конечно же, она участвует в этом тоже, на цену тоже влияет. Но, скорее всего, вот в моем случае, это я заводчик, я сама решаю, за сколько и когда, и как мне продавать своих щенков. То есть я, допустим, не продам свою собаку даже за большую стоимость тому человеку, который мне не подходит по каким-то моим
взглядом. Мне не нравится этот человек, мне неприятен он в общении. Поэтому я таким людям своих собак не продаю. И были случаи, когда я отказывала в продаже своего щенка. И это было не единожды. Вот. А также я не продаю своих собак для выставок и разведения. Моими собаками можно заниматься разведением, можно выставлять, но еще раз буду повторять, что собака, проданная для выставок разведения, должна быть уже выращенная после смены зубов, в восстановившемся росте и размере. И только тогда можно говорить о чем-то, судить, что эта собака может пойти на выставку. Разведение – это еще отдельная история. Эта собака должна соответствовать весам, опять же, размерам. Потому что идеальная девочка, которая подходит для выставок, она может не подходить для разведения из-за своего маленького размера и возможности родить. А также люди, которые никогда не занимались разведением или занимались разведением крупных пород, могут быть удивлены очень, как происходят роды. Потому что на самом деле мелкие породы, вот такие головастенькие, с нашей любимой головкой, яблочком, очень тяжело рожают. Они очень часто кисарятся. Это тоже накладывается психически на владельца собаки, поэтому не каждый. Почему говорят, что заводчик должен быть тоже психически здоровый человек, потому что в трудную минуту он должен принимать правильные решения, нужные. Я вам скажу больше, что каждые роды, каждый человек, независимо, опытный это заводчик или это ваша собака рожает в первый раз, мы всегда, у нас проскальзывает мысль: зачем я этим занимаюсь? Может быть, лучше не надо. Может, я лучше не буду больше вязать свою собаку. Да, некоторые не выдерживают даже процесс вязки. Я уж не говорю о каких-то патологических родах и проблемах, связанных с рождением щенков и умиранием щенков, и умиранием сук в родах и после. То есть это же живые существа, поэтому в жизни бывает все. И к этому должен быть готов каждый владелец собаки, который пускает ее в роды. Это касается девочек. Поэтому очень многие, даже наши владельцы наших выпускников, говорят мне: я лучше куплю, чем я буду пускать свою собаку в разведение. Ну, некоторые пробуют, у них получается, у некоторых не получается, что тоже. Так, следующий вопрос. Я не кастрирую своих собак. Ну, принято говорить, стерилизую, но стерилизация — это вообще непонятная для меня операция. В общем, и у девочек, и у мальчиков она называется кастрация. Хотя мы часто привыкли слышать, что кастрация у кобелей, стерилизация у девочек. Нет, у обоих это называется кастрация, то есть полное удаление детородных органов, которые отвечают, да, за это дело. Ох ты, прилетела Анжела. Я не кастрирую своих собак и не рекомендую это делать без показаний врача. И особенно в раннем возрасте, как сейчас модно говорить, до первой течки. Ну, может быть, еще, наверное, лучше до родов сразу все. А вообще лучше, как я всегда говорю, не заводите собаку, если вы не планируете даже прочитать о физиологии собаки, изучить ее потребности, возможности и тому подобное. Потому что я считаю, это прям большая ошибка, если владелец, который завел собаку, неважно какой породы, он не знает там, что такое течка, что такое садка, что такое вязка. Как начитаешься в интернете, ухохотаться можно. И случка, и свадьба. Ну, свадьбу мы так шутим, конечно, очеловечиваем, но мой мальчик хочет стать мужчиной. Какой ваш мальчик? Ваш мужчина, ваш сын, ваш человек. Но собака не хочет стать мужчиной. Ну, в общем, очень смешные бывают изречения. Ну, как бы в этом можно к этому всему отнестись с юмором, если бы не было так все потом трагично, да, когда мальчика навяжут, а потом непонятно с кем. Вот, потом то ли какая-нибудь инфекция половая, может быть, у собак тоже бывает, то ли мальчик потом мечтает и ищет еще, и каждую течку чувствует, и воет, и страдает, а хозяину некогда заниматься его дрессировкой и воспитанием, и они уже бегут скорее-скорее его кастрировать, что же мы наделали. Вот. Либо кастрация щенков, это меня вообще умиляет. Вот буквально недавно в интернете мне попался пост в соцсетях, что женщина-заводчик писала, что ее выпускника
повезли на кастрацию, вернулись без собаки. Собака не перенесла наркоз. Маленькая порода, не помню, какой, йорк, что ли. Вот, поэтому мало того, что должен быть врач, конечно, профессионал, который работает с мелкими породами и умеет рассчитывать наркоз. Вот. И вообще собаке нужно дать, конечно, вырасти. Я понимаю, что если это мелкая порода, и вы кастрировали раньше времени своего короткошерстного чихуахуа, и вроде как и ничего страшного. А если это будет длинношерстная чихуахуа, то, мои дорогие, у собаки даже не сформируется правов. Понимаете? Потому что за смену шерсти отвечает, кстати, как раз-таки тоже этот гормон половой, да? Вот. Потому что никто не учитывает минусы кастрации, только плюсы, облегчение себе жизни, себе любимому, чтобы же кобель не нервничала, чтобы у девочки не было течки. Как можно повырезать все нафиг маленькому щенку, у которого еще даже все не сформировалось. Есть остановка в росте. Опять же, вернемся к мелкой породе. Здесь вроде как и прикольно, да? А если это крупная порода собаки, такая как там немецкая овчарка, московская сторожевая, вы кастрируете до первой течки кобеля или девочку, кастрируйте, посмотрите, что за уродец у вас, извините за выражение, получится в итоге, что у вас вырастет. Да ничего у вас хорошего не вырастет. Вот останется щенок в своем вот в этом вот непонятной шерсти, непонятном размере, недоразвитый. Поэтому, если вы собрались кастрировать свою собаку, дайте ей сформироваться. Собака должна сформироваться, у нас гремит гром, и мы скоро заходим в домики. Вот, поэтому я категорически противник, еще раз, ранней кастрации. Вот эти все сказки, что мы сейчас все кастрируем, и собака будет жива, здорова много лет, и у нее не будет рака молочной железы, или простаты, или там не будет пиометры, не будет. Но понимаете, кроме этих болезней еще есть еще очень много разных органов, и очень много разных болезней, и поэтому я говорю, можно сразу голову отрезать, чтобы не жила, а лучше вообще не заводите, купите себе игрушку, и не надо операции делать собаку свою здоровее. Вы можете просто после операции без собаки приехать домой, и на этом это вас научит не принимать такие глупые решения, и вот такие модные глупые решения. Я считаю, что это мода, которая сейчас просто захватила просто весь мир. За границей запрещают хвосты резать с ушами, но кастрацию давайте будем делать всем поголовно. Зачем нам нужны собаки вообще? Конечно, чтобы не плодились. Чтобы собаки не плодились, должна быть голова на плечах у владельца, что когда у собаки течка, или когда кобель вырос, сформировался, собаку нужно дрессировать, собакой нужно ходить на поводке, собаку нужно отмечать в ветеринарном паспорте начало и конец течки, что каждый, потому что вы знаете, еще интересно есть. Моей собаке 8 лет, а сколько у нее еще будет длиться течка? Течка у собаки длится всю ее жизнь, ребята, и от возраста она не зависит. Бывает до последних дней у собаки, ну вот жизни ее и 15-летней. Это все гормонально. Если есть гормональные какие-то перемены, сбой, течка может прекратиться. Вот, поэтому изучайте, сейчас есть все в интернете, а лучше, конечно, просто не читать на первой странице первого попавшегося, еще мне очень, ну я даже могу сказать, бесит. Люди, которые купили щенка, то есть просто там, наверное, вот необдуманно, там, я не знаю, где делся заводчик, где вы покупали этого щенка, начинают выставлять этого там своего щенка с вопросом, что делать? По разным причинам, там, я не знаю, начиная от физиологии, заканчивая там кормлением, лечением и 5-10. Вы что, хотите, чтобы вам дали адекватный ответ в группе собачек там каких-то там, неважно, даже если это группа заводчиков, чтобы вам дали адекватный ответ? У вас есть заводчик, которого вы приобрели собаку, консультируйтесь там. У вас есть ветеринарный врач, которому вы должны доверять, если у нас у вас такой есть, это вы счастливый человек. Если нет, попросите контакты у своего заводчика. Если нет, то попробуйте через опытных собаководов найти врача, которому можно доверять. Опять же, меня тоже часто спрашивают, а к какому ветеринару вы посоветуете пойти? Я вам скажу открыто, нет профессионала по всему на свете. Один ветеринар мне нравится этим, другой ветеринар мне нравится этим, третий мне нравится, как оперируют и тому подобное. Тот хороший ортопед, поэтому, как и у людей, не бывает такого профессионала, который во всем профессионал. Это нужно понимать по-другому. Ну, не бывает, ребят, не бывает.
к сожалению, очень много студентов. Нет, это к радости, что у нас появляются новые врачи, но дай бог бы, чтобы это все было именно к радости, потому что очень много, и вообще, конечно, не набравшись опыта, как же человеку работать, на ком-то он должен тренироваться, но очень не хочет, чтобы это была ваша собака, ваша единственная любимая собака. Вот, поэтому перед тем, как завести собаку, еще раз я буду повторять 1000 раз, почитайте об этой породе, потому что, приобретая определенную породу, мальтеза это или это чихуахуа, вы должны взвесить все за и против, или это немецкая овчарка, сколько вы времени можете потратить на эту собаку, сколько вы можете потратить на нее своих средств, потому что купить собаку это самый минимум, который, сколько бы она ни стоила, 1000 евро, 2, 3, 5 долларов, там, рублей, там, я не знаю. Это самая мелочь, то, что вы потратите. Это можно накопить и купить, да, но еще нужно собаку содержать, собаку нужно там кормить, покупать ей необходимые вещи. Вплоть до вот наши выпускники, владельцы наших выпускников приобретают камеры наблюдения, слежения, да, которые вот человек на работе, он может посмотреть, что делает его собака в его отсутствии. И вам как-то спокойнее. И всем спокойнее на том. Вот. Поэтому все это стоит денег, мои дорогие друзья. И самое главное, что вся семья, которая у вас есть, она должна быть согласна приобретению вашему, потому что очень неприятно наблюдать картину, когда парень и девушка, девушка очень хочет, а парень эту собаку ненавидит за то, что она его, ну, грубо говоря, ревнует. Я встречала таких, понимаете? Поэтому не просто так тоже говорю, все из своего опыта. Поэтому взвесьте все за и против. Когда у вас есть в семье маленькие дети, не торопитесь вырастить из своих детей. Не надо делать себе еще одну проблему, потому что заводя щенка любой породы, особенно маленькой, это грозит непоправимому. Когда ребенок играет с щенком, он может его, ну, грубо говоря, это может быть последний день жизни щенка, потому что ребенок не контролирует свои действия какие-то, силу свою, может и придушить, и уронить, и стукнуть. Ну, также могут сделать и взрослые люди, и пожилые, и с какими-то проблемами люди, да. Но все равно нет ничего невозможного, и с маленькими детьми живут чихуа, если родители адекватны. И, как мне сказали, толстым тоже нельзя заводить чихуа, потому что они на них обязательно сядут и раздавят. Глупости не говорите. Люди, которые понимают, что они делают, они прекрасно рассчитывают свои силы. Но несчастные случаи, конечно, никто не отменял. Несчастный случай может во всяком быть несчастным, поэтому, ну, здесь уж как Бог даст, говорится. Но в любом случае, если человек хочет, понимает, то все будет замечательно. Итак, вот эти наши черноподпалы. А что же Жасмин, между прочим, девочка сверху, залезла на Шакира. Шакир ищет своих владельцев, самых лучших и ответственных. Вот такая прелесть. На мальчика тоже есть сейчас скидка. Нам очень скоро нужно переводить в ясли наших малышей. Поэтому я хочу по-быстренькому сделаю скидочку. И кто кому интересен Шакир, Архонт, пожалуйста, обращайтесь. Вот, потому что это еще не все в нашем питомнике, у нас еще будут пополнения, поэтому следите за нашими новостями, очень интересными нашими новостями. Вот она, Архонтик, белокремовый мальчик. Еще раз, Архонт, ты свой нос покажешь? Анжелу нюхай. Где у Анжелы начало, где у Анжелы конец? Вот, допустим, приобретя собаку мальтезы, ну, где-то на 5000 я купила и там машинку для стрижки, расчесочки новые, шампуньки, потому что за белой длинношерстной собакой ухаживать уже, конечно, совсем по-другому. Для чихуашек у меня одна расческа, две расчески на весь дом было, есть силиконовая щеточка пуходерка, да, и триммер, три расчески на весь мой питомник вместе с бультерьером и Сабиной и Чикой. Никогда у нас не было машинки, мы никого не стригли, и ни одного шампуня, мы все купаемся дегтярным мылом, либо детским шампунем, и то очень редко по нужде. Но белую собаку Анжелу мы сегодня перед клубом накупали, бороду ей помыла, шею, потому что она утром копалась в грязи, ну, чтобы уже так стыдно не было. Расчесали бороду, высушили. Вот. И тоже фен обязательно нужен и у чихуашек, и вообще у любой мелкой породы, потому что если вы выкупали собаку,
Желательно ее подсушить, чтобы она не сохла. Ну, если только прям совсем жара на улице, и то приучайте к фену с детства. Вот, ну, я думаю, интересное получилось видео, очень много информации. Вот такая у нас Констанция, которая в поисках папочек и мамочек. Шикарная, шоколадная, длинношерстная, крупная, стандартная девочка, которая на сегодняшний день по своим экстерьерам идеально бы подошла для разведения. Но я не планирую ее оставлять в питомнике, поэтому... Пока еще говорить трудно, потому что смены зубов еще нет. Вот, девочка для разведения шикарно бы подошла. Но еще раз, питомник я своих собак не продаю. Если это будет адекватный владелец, которого я проконсультирую по этим делам. Но опять же, это не обязательно. А то многие мне пишут, знаете... Ой, ну тогда раз для выставок разведения нам не надо, мы не будем ее разводить. Так не надо, не обязательно собаку разводить, лучше вообще не разводить. Это такие как возможности каждый заводчик называет. То есть вот в этом размере такая возможность есть. Это в принципе такие девочки, которых мы оставляем в питомнике. Ну у меня уже есть крови космоса, вот, поэтому пока у нас немножечко... Мы думаем. Так что, если кто-то надумает, обращайтесь. Так, еще раз Мустанга показываю. Это папа его Елисейка. Видите, какой курносый мальчик? Мусик! Мустанг! Вот такой курносик. Вот такой зайчик. Такой он. Такой длинноногенький такой. Ну, не особо, но такой похож на Елисея. Елисейка тоже в детстве был такой. Дрыща его называла. Есть такие, знаете, коби типа. Низкие, коренастые. Вот. А этот такой... Красивый мальчик, без дефекта, видите, хвостик серпиком, носик короткий. Да, и очень-очень классный характер. Все, он уже пошел по Сабининому хвосту. Все, мои дорогие, любимые друзья и подписчики, всем желаем мы любви, добра, обнимаем. Пусть исполняются все ваши самые заветные желания. У нас начинает портиться погода. Вот, с уважением, с любовью. Красота и любовь спасут мир. Поэтому наши собаки, знаете, какие дружные. Вот она лежит с Сабиной, все на нее полезли опять. И Анжела целоваться. И красавица, шоколадка вот эта маленькая, Лола, пока вспомню, как зовут, поэтому бывает так вот, Кохинур и все-все-все. До новых видео, до новых встреч, ждите наших новостей прекрасных. Всем пока, с уважением, Екатерина, домашний питомник Остропова.